Всем привет, котята, меня зовут Лана, и сегодня мы с Ёжей решили узнать, кому из нас больше везет. Ну что, готов да, к челленджу? Да, Ульяна пока собачка, потому что она еще не набила на гиге. Пока. Потом обязательно... Потом обязательно втроем попробуем, кому из трех повезет больше, может, Ульяне. Так что, если ждете такую серию, то напишите, пожалуйста, в комментариях. А пока что Ульяна будет нам помогать, чтобы нас не сожрали. Так, а что по тринке там? Я взял тот, который каждый этаж что-то дает, и, разумеется, на кулдаун способности. Ишь ты, хорошо, я тоже так же возьму. Хитрый какой, а? Вообще, на самом-то деле, такой тринкет, по идее, должен... О, мне что тебе выпало? Конфета желтая. А мне зеленая конфета. А что лучше, желтая? Протеиновый бар. У меня анкомонка она, а у тебя? Так, у меня... Сейчас, минуточку. Тоже необычная. Оп, а опа, ну-ка. Редкая. Блин, тоже анкомонка редкая зеленая. Редкая конфета. А какая? А у меня вот это типа, ну, Enigma Candy. Ну, большая такая прикольная конфетка. Понятно. Так, я пока побеждаю, да? Да. 1-0. Ульян, считай. Хорошо. А что, Ульяна? А в пользу Ёши, да, получается? Да. Господи, у меня ж ни одного предмета на скилл-чек. Я сейчас умру. Огромный скилл-чек. Что это? Ну, а что делать? Ну, вот так вот. Боже мой, как в это играть? Зачем в это играть? Так мы ж... Не проходим, ну вообще можем ладно, на одном этаже сидеть, какая ну, нам разница? Нам же надо, типа, на самом-то деле проходить, для того, чтобы второй тринкет нам что-то давал каждый этаж. Ну ладно, да. Тогда да. А я думала, можем и так, там Ульяна будет гонять бесконечно. Халявит, да? Ага. Нет, давай. Это моя машина, иди отсюда. Я 2-0, Ульян, 2-0. Да почему 2-0, машина? Нет, это шутка, это шутка. Сейчас, через 5 секунд, давай-ка будем доставать. Мне конфетки дали 3, камонка вообще. Обычная, да? Да. У меня тоже обычная. У меня но пола. Но все равно, ладно, Ёж пока везет больше. А вам пишут, что это камонка, там инкамонка. А там можно просто навести, и там видно. Ну вообще странно, я думаю, что Лана должна выиграть, потому что Лана это самый везучий человек, которого я знаю. А вот сейчас ты будешь об этом говорить, я перестану быть самым везучим. О, нет. Ладно, это так не работает. Нет, знаешь, типа, знаешь, тебе только в этой игре... Нет, только с этим персонажем не будет вести, а в остальном... Да ладно, мне аптеку выдали в прошлый раз и пластырь на 5-м этаже. Да, кстати. Ага. Пока. Ну ладно, но пока, удивительно, но пока что. Я, кстати, доделываю машину, внимание, бежим. Давай. Готовьтесь бежать. Я сейчас уже почти будет доделано. Ульян, это плюс 1 очко. Уже 3-0, Ульян. Хорошо. Загибай пальцы. 3-0, который на самом деле 1. 1. Да, все верно. Ёж, что, берем сейчас вот так вот быстренько, так? Давай. Опа, синхронно, блин. Что у тебя? А, мне дали анкомонку вот этот свиток и анкомонку конфету. Ой, ну, Дэнди, ты совсем. Ладно, а тебе? Ульян, потом. Ульян, 1-1, потому что у меня комонка и анкомонка. Ага, то есть мне, ну, пока что нам одинаково. Ну, 1-1, хотя, да. Подожди, рарка, мне кажется, круче, чем... Ну, рарка, да, круче, так что как будто бы. Все-таки пока Ёж немножко лидирует. Ну, тут вообще сложно будет тогда считать. Нет, давай просто вот так вот, у кого круче, вот, да, сиюминутно, так сказать. Ну, да, тот и получает плюс 1 очко. Нет, ты не заметила, куда делась наша собака? Я тоже. Ульян, ты... Ясно, Ян, меня залагало. Ты думаешь, что если ты не... А, в смысле, ты все? Да. А, да. Почему? Я слышу Ёшу через комнату, но не слышу... О, господи! Ну, в Дискорде. Так, а что делать? Ёж, мы справимся? Ну, живите там как-нибудь. Надо бы. Да нет, наверное, мы не сможем. Второй этаж всего. Я, кстати, могу достать. Но не могу, пока я машину делаю. Ой, я достал. И блин. Что тебе? Ладно, я сейчас тоже необычная. Достану. Необычная. А мне анкомонка. Ну ладно, я считаю... Так мне тоже. А, обычная, это комонка, анкомон. Я услышала, мне обычная. Нет, необычная, это как раз анкомон, да. Я услышала, мне обычная. Ну все, все, понятно. Ну что, давай сдаемся тогда и пошли еще раз. Давай. Лампа, ешь меня. Я тоже похожа на лампу немножко. Кстати, мне на мастерство бы немножко побольше поподнимать. Ну ладно. Так, Ёша, что дали? Анкомонка. Мне тоже желтая конфета. Но пока что у нас абсолютно одинаково. То есть там чуть Ёше повезло побольше, потом мне повезло, так что можем обнулить статистику и... Жмем. Жмем. К
Камонка. И мне камонка. Ладно. Мне кола выпала. Мне эти секундомер, короче. Пойду нажму. А зачем он мне нужен вообще? Он же никому не нужен. Он же наоборот только хуже делает. Нет, секундомер? Нет. А, он делает больше скилл-чек, да? Еще больше? Ну, конечно. Куда еще больше? Я думала, он наоборот количество скилл-чеков уменьшает. Так, я готова нажимать. Иди сюда. Будем головой стукаться. Сейчас, подожди, я еще не готов. 3 секунды, да, тоже. Так. Господи, вы внезапные. Поехали. Опять, блин, часы те же самые. А тебе? Опа, подожди, это что, это камонка, что ли, у тебя? Да. Анкамоночка, сюда, у Ян 2-1. Ага. Записываешь в блокнотик? Нет, записывай. Я вспоминаю. Да, я часы использую, отойди. У меня дела, извини. Ну, мне надо часы использовать. Я же их потом не использую. Извини, пожалуйста. Ну отойди, ну сейчас закончится. Ну сейчас работаю у меня, ты видишь, баф у меня, все, на, работай. Спасибо. Иди, давай к лифту, шуруй. Какая, а? А что? Я еще и конфету эту съем ускоряющую. Ульян, минус 1 балл ей за это. Да в смысле? Чего? Что? Спасибо, Ульян. Спасибо большое. Блин. Стукнуло? Извините, я неопытная собака. А что, стукнуло или что? Ничего страшного, так бывает. Да, куснули. Ай. Ну просто беги со всех лап. Ульян, можно Ульян, уже беги. Домой идти. Я давай, бегу шифтуй, со всех лап. Там просто, когда вот машина мне. Доделывается, они ускоряются, и ты не всегда. Так, мне дали анкамонку. У меня тоже анкамонку, елки-палки. А ты что, не принес ничего хорошего? Уходи давай. Так, слышишь? Давай-ка мы вот как только открывается, просто вот так вот. Так. Ну давай. А если что, 3-2 получается у вас, ну... 3-2, да? Ну, 2-1 было, и у вас одинаковые... Ну да. Ну, 1-0 можно считать, не знаю. Хорошо, так, все, жми. Жму, да подожди, он еще создается, ёж, это еще рано, еще в двери. 1, да жму, опа, шоколадка. Блин, камонка! И у меня тоже камонка. Шоколадка, это жесть. Камонка? Это я жесть. Тоже не знала. Ой, тут фин. Да, ребят, несерьезно как-то. Ульян, не убил меня. Капец. Да он, блин, незаметный, ага. Чернильный, блин. А кто еще должен быть? Бокс. Бокс. Угу. Так, ладно, предлагаю теперь каждый раз по откату нажимать. Как только вот 0-1. Ну, вот, надо типа, следить за этим, да. Жмем. А, там... Ой-ой-ой. Извините, пожалуйста. Это наш дистрактор, кстати. Я неопытная собака. Да там этот, блин, Финн, он просто внезапный какой-то. Ну, он медленный, да. Не, он просто незаметный. Ну, я же говорю, он медленно отваливается, а потом ты его не замечаешь и можешь напороться. Ну, да. И вот меня чуть не поймал. Так, ты готова? Смотри, у тебя 3 секунды. Ну, давай. 1. Very rare, большая кола. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. 1-1, видимо, да? 1-1 еще какой? По нулям. Но, слушайте, у меня необычная. Не надо ли Лане за какие-то дополнительные баллы? Да нет. Тебе ж не давали. Просто смотри. Просто, когда там, типа, разница в одну какую-то редкость, единицу редкости точнее, это, ну, типа, да. А когда вот так вот, у меня анкамонка опять, это, вонючка. Ну, а у тебя самая жесткая. Финн тут у лифта, если что. Так, мне дали анкамонку. О, смотри, давай. О, давай, съедим и давай проверим. Давай разные, сейчас вот так вот. Да блин, все. Так, ну кому что? Повезет, кстати, интересно. Это ты был, по-моему. Мне дали конфеты 3. Камонка. Обычная, у меня тоже обычная. Так, и жмем сразу через 3 секунды. 3, 2, 1. Часы, камонка. Анкамонка. Да. Конфетка, ну, вот эта синяя. Ну, то есть, в итоге мы одинаково получается. Подожди, у тебя первая. То есть, у тебя анкамонка, камонка, анкамонка, да, сейчас было? У меня. Ну, сейчас, не тебе знаю, до этого дали. Было. За скилл ну, дали, одинаковые. И дали еще за... Ну, потом камонка, ну, да, типа, последняя. Карточку. У тебя сколько? Вот еще раз, анкамонка, анкамонка и камонка? Да я уже и не помню. У нас сначала было одинаково, а потом у меня камонка. Ну, да. В инвентаре тебя сейчас что? Да я съела уже, у меня Very Rare осталась, Господи. Бутылка, я же ее не пила. Че, я бутылку пить не буду просто так. Ты что думаешь? А чего? Потому что она полезна, она мне жизнь может спасти, нет уж. И шоколадка у меня валяется тоже с еще позапрошлого какого-то
раунда. Вот ужас-то. Так, ну что, давай сейчас еще разочек. У меня просто они тут пасут вдвоем. Давай вот сейчас как откатится, попробуем, а потом да. Можем опять на съедение. Нам без разницы, можем первый этаж проходить миллион раз, нам главное, чтобы способность прожимать. Вот, например, через 2 секунды, а ну-ка и... Жму и... Анкамонка, синяя. Камонка. А, то есть в итоге все-таки у меня больше получилось. Я записала 1-0 в пользу Ланы. Ой. А в прошлый раз... Ну да. А в прошлый раз был 1-0 в Ёшину пользу, правильно? Да-да. То есть пока в итоге это равное у нас все получается. Ну получается, кстати, что да. Угу. Тогда я сделаю машину. Слушай, привет. Ну ладно. Опа! Анкамонка. Аналогично. Да блин! Да что ж такое? Это вообще эффект соревнования или нет здесь? Непонятно. Так, вот сейчас, смотри, вот сейчас. 3, 2, 1, жмем. Жмем. Шоколадка, камонка, блин. Анкамон. Но попрошу учитывать в общем зачете, что у меня был предмет very rare, а у тебя нет. Угу. Такое можно учитывать вообще хоть конечно, как-то? Конечно. Угу. Ну ладно. Что? Кола целая попалась. Целая кола — это круто. Вот вам, представляете, идете такие раз, и целая кола. На полу кола. На полу у вас, причем в квартире. Настоящая, причем. Внезапно такая в шкафу оказалась. Это как, я понимаю, как можно там мелочь найти, прошлогоднюю какую-нибудь. Ой, давай, жмем. А, нет! Ты нажал? Да, нажал. Сейчас тоже нажму. Блин. Секундомер дали, камонку. Это тебе. Камон, да? А да. У меня анкамоновская опять эта штучка. Опять? Для того, чтобы 2-0? Быстрее делать Ничего машину. Ничего себе. Да. 2-0, ладно. Это... Нагоняют. Я шифтовала, чтобы вы понимали. Я просто смотрела, где вы находитесь, чтобы вас не коснули эти ребята. Да не, ничего, у нас 3 сердечка. Да, а у тебя 1. А еще нам, может, пластырь дадут. Домой! Ульян, где ты? Ты че, блин? Так, анкамонку дали. Ну, мне тоже. Нажимаем. Ну, ты что-то классное, ну, пожалуйста. Анкамонка желтая. Камонка. О, то есть я немножечко, получается, не впереди. Сократила. Ага. То есть на 1 ты меня теперь обходишь. Совершенно непонятно, что делать в другое время, когда вы не делаете, не включаете способность. Ходим, молчим. Я вот могу смотреть через свою голову. Очень интересный интерактив. Там пусто. Откровения пошли. Ну что, я правду говорю, вот можете посмотреть. Блин, вот даже не попала в скилл-чек. В этот. Я, кстати, это не первый раз, Ёша, да. Это все запечатлено. Ты хоть на видео так не позорилась? Позорилась, конечно. А, я прям позорилась, да. Я понял тебя. А как? Ну тут же все записывается. О, нет. Мы еще разговаривали наверняка в этот момент. А где машины, простите? Ой, слушай, надо F-ку нажимать. Давай нажимаем. Нажала! Рейр. А, бычка. Это вот это. Ага. Да. Так это опять у нас никто. Не 2-2, да? То есть 0. То есть ничья. Ну это Ульяна должна считать вообще. Ульян, как там? Как вы определяете, что если, вот, допустим, у Ёж сейчас был обычный предмет, а у Ланы рейр? То есть получается, как за 2? Типа обычный. Да нет, нет, я просто до этого у меня было чуть более редкое, по-моему, чем у Ёши. О, прости, я не сказала, Ульяна, нормально ты же? Не-не, все отлично. Нет, не будет. Ой, Ёш, мы можем не заходить в лифт, мы можем еще... Че, ну ладно, да нет, не надо, не можем. Не умереть, не, Ульяна, заходи. Мы могли просто способность повязать. Так, мне дали анкамонку. Ой, мне тоже. Может, собака приносит удачу, дайте ее потру. Нет. Опа. Вообще не приносит. Что у тебя? Камонка. Что у тебя? Рарка. Нормально. Господи. Сама залаяла, сама испугалась. Да. Все, ешь, 5 секунд осталось, ходишь тут. Готов? Да, давай, готов. Давай, нажимаю. Рейр. Ха. Ого. Анкамонка, блин. Слушайте, ну у Ланы пока что 2 рейр и был very rare, да?
Да. А у Йоши только камонка, 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 камонка. Ну, один раз был рейр. Ну, да. Еще рарки одна. Были, блин. А, дважды. Были. А, прошу прощения, ладно. Ну, да, дважды. Был провод и была конфетка. Так, ну сейчас Солана вышла вперед, 1-0, да? Я не знаю, ты должна считать. Ой, по-моему... осторожно, извини, пожалуйста. Нормально, нормально. По-моему, одинаково, потому что в прошлый раз Йоши вышел вперед, теперь... Я догнала, и у нас опять нет никакой, блин, разницы. Почему им везет одинаково? Что за жижи такие? Да. Хорошо. Ой, блин, ладно, не успел сказать. А, что у тебя сейчас? Анкамонка. Анкамонка, да. Хорошо. И этот, тоже. Блин, продает принес часы тут... свои. Синхронно надо, давай. Ова. Ой, как синхронно красиво. Что вы вытянули? Камонка, шоколадка. Сразу камонка, съем. Гамболы. Ага, ну по мне шоколадка полезнее, так что... Вообще-то камонка есть камонка, давай-ка без вот этих вот фантазий, посмотри на нее. Ульян, ну-ка минус балл ей за это. Да чё? Я уже забыла, сколько у вас там, если честно. Я, кстати, тоже забыла, у нас одинаково, по-моему. Ну примерно счет 25-13 в мою пользу, разумеется. Чего? Да-да-да-да-да. Ульян, примерно так, да, было? Ну, если, ну... Наверное. Что? Ребят, а считается, вот что с пола поднял? Вот что с пола поднял, считается? Нет? Это у меня самая редкая. Что у тебя? Ты что нашел там? Кнопку. Ульяне бы оставил. Ой, да это Ульяне-то зачем? Она и так бегает, блин, как горилла. Так, через 5 секунд. Готовься, 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 готова, готовься, готова, готова, готовься. Жми! Что у тебя? А, ой, блин, я думала, ты Ульяне. Камонка. Да, какая я тоже жесть. Сначала подумала, это Анка мне, а потом монка. Поняла, что Лане. А почему Йоши везет больше, чем мне? Ульян, не умирай. Беги к лифту. Да жива, жива. Уже можно. Бегу, бегу. Беги к лифту, Ульян. Да бегу, бегу. Давай, давай, беги, Ульян. Да не переживай, Ульян. Так, нормально. Я же пёсик. Быстрей. Цветочек. Да, это я. Что выпало? Ой, Анка Монка. Да, мне тоже. Просто конфета. Съем, чтобы был слот. Я хочу, чтобы мне сейчас выпала самая редкая аптека какая-нибудь. И тогда... Угу. Спасибо за везение. Еще Ульян с одним сердечком. Ульян, только осторожнее, пожалуйста. Может, не води их? Ну, лучше не води, буду... да. Делай машину. Я сделала. О, Йоши, давай-ка нажмем. О, вот давай, я нажал. Да. Газировка маленькая, камонка. Анкамонка. Да хватит, да в смысле? Зелененькая протеиновый бар. Блин, я промахнулась аж со злости. Это ты злюкич. Да так не должно было быть. Почему тебе больше везет? Я думала, если как 10 аптек дадут подряд. Ага, ага. Это ты как тот самый человек из комментариев, да? Да. Мне 5 раз подряд выпадала аптека. И еще 6-й потом бандаж. Я что-то могу видеть сквозь голову. Да ты че? Да. А, да, кстати, как и Роджер может через себя тоже видеть что-то. Только не очень удобно, но в принципе, в теории... Ну, неплохо. Я о, вот вижу, это что я ты тебя идешь, вижу, например. Да. Ну, я и тебя и так вижу. Простите, да я как просто... Как дела, Ульян? Ну, все хорошо, у меня все отлично, я тут... О, буду... жмем, а ну-ка. Давай. Жмем. Анкамонка. Камонка. Но все равно да, пока ребят, ты вот выиграешь. Ваша Джиджи, вот ваша Джиджи. За все видео, хорошего. Что там? Ну, колу. Угу. И все. И две рарки. Ну, в общем, ребят, что хотим сказать. Везение в мире Дэнди такая штука. Ну, вы, я думаю, это поняли, если хоть раз играли и думали, вот сейчас мне попадется вот этот персонаж, которого мне не хватает, чтобы там набрать. Ага. Так, доделываю, Ульян, осторожно. Ага. Бежит, наелась чего-то уже. Слышь. Так, все, давай, вот сейчас, да? А, вот это вот то, что выпадет в лифте. А. И то, что будет со способностью. Ну, анкамонка, да, мне тоже. Че ты, злюкич? Тащи клапан, тащи кнопку, тащи аптеку, иначе с тобой базарить никто не будет. Ага. Такое и у нас есть, между прочим. Да. Все, давай, остановись. Сюда вот давай так? Становись. Собачка между нами должна собачка, встать. Давай, собачка, становись оп. Между нами. Да-да. Отлично. Так, а, и все. На F и еще и левой клавишей мыши, чтобы в одну секундочку, чтобы. Ты готова? Да. Это решающий раунд. Готова? Да, еще рано, еще двери не открылись. Так, давайте, пожалуйста. Анкамонка. Камонка.
Я вон в угол уже ушла, понятно. Не отпустите меня туда. Короче, это издевательство. Почему мне не... Собака. Собака? Собака. Пойдем. Погибнем. Я тоже. Где-нибудь. Жесть какая. Шестой этаж, пибл, ребят, шестой этаж. Вот на что нам везет. Да. Понимаете? Антивезение какое-то. Ау-ау. Где? Угу, понятно. Да вон там. Где-то понятно. Слева сверху в карте. О, да. Ой, за Ульяной бежит. Господи, Ульяна с одним сердечком. Я ее согрела. А, да? А, специально? Да. Капец ты. Бесстрашная. Очень, очень вообще сильная Ульяна. Ты вокруг островка гоняй, Ульяна. А, я думала, вы хотите убиться. Ну, вообще, да. Потому что я больше не хочу. Ну, через несколько секунд мы сможем, кстати, снова использовать свою способность. Но мне кажется, мне уже ничего не поможет. Вот только если сейчас мне попадется какая-нибудь аптека. Я уже готов нажимать? Ой, сейчас. Готов. Ага. Камонка, шоколадка. Анкамонка. Да что? Короче, Йоши обыграл меня в везение. Ой. Торжественно на этом фоне погибла собака. Да. Так что... Ой. Ну, все, я не буду больше эту машину делать. Я пойду пибла найду. Где он тут? О, вот он. Пибл, лови меня. Давай. Ешь. Вот посмотрим, как она грустит. Я могу, интересно? Нет, не могу я его водить вообще никак. Ну, только разве что с конфетой. Даже с конфетой. О, дистрактор. Даже дистрактор. Как вам такое? Недолго, но... Ну все, на этом джинджи закончилось. В общем, ребят, абсолютно не повезло мне сегодня. Так что я думаю, на этом будем заканчивать. Напишите, что вам на джинджи попадается. Ну, хотя бы по-честному. Потому что, да, 10 аптек, конечно. Ну сейчас у меня уже 13 секунд, погоди. Да все, так я умерла. Ну, мне интересно, ну вдруг сейчас мне... Да елки-палки. Сейчас тебя съедят. Не ходи ко мне, дурисичек такой ты. И чё, блин, лишний круг намотал. А ну-ка. Камонка. Ой, все, ребят. Ну, 6 этажей, это, конечно, мало, но учитывая, сколько мы сегодня понажимали способность, а шанс должен быть всегда это одинаковый, капец. То вообще абсолютно не везет. Да. Так что на этом будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. И увидимся в следующих видео. Всем пока. Пока. О, пока. Там собака по твою душу. Вон она. Сказано. Иди, вон у собаки. С тремя сердечками сидит. Ты посмотри, какой.